Привет всем, меня зовут Инесса, приехала из города Витебска. Пришла в студию Возрождения, так как было немного свободного времени, и было интересно узнать, что такое живопись, нарисовать картину своими руками. Выбрала сюжет сложный, что получилось, то получилось. Помогли, рассказали, подсказали, научили, как пользоваться мастихином. Показали, как смешивать краски. Было довольно интересно, и я думаю, что этот опыт надо повторить.